среди республик Северного Кавказа Дагестан – самый многонациональный край. Это придает своеобразный колорит духовной жизни и быту народа. Традиции, старинные народные обряды органично вплетаются здесь в современность. Именно этим объясняется популярность народных праздников – песенных, танцевальных, поэтических. Основная часть населения Дагестана живет в горах. Поэтому вопрос социального и экономического освоения горных районов – это вопрос настоящего и будущего республики. Принята широкая программа социального обновления жизни горцев. Семьи здесь многодетные, молодежи много, а вот дома культуры и спортплощадки – редкость. Но и там, где они есть, в районных центрах, крупных аулах, добиться нужного уровня культурно-массовой работы непросто. И дело не только в больших расстояниях и плохих дорогах. Ботлих. Один из самых отдаленных районных центров Дагестана. Есть здесь свой дом культуры, а Ботлихский народный театр знаменит на всю республику. Коллектив самодеятельный. От костюмов до декораций все сделано руками самих актеров. Заведующий отделом культуры Ботлихского райисполкома Магомед Амаров – истинный подвижник клубного дела. После выхода постановления Центрального комитета КПСС о мерах по улучшению использования клубных учреждений спортивных сооружений правильно сделано, значит, работа по реконструкции сельских домов культуры. Введены два новых типовых здания сельских домов культуры. Планируется ряд, значит, реконструкций еще по району. И в эту пятилетку мы, очевидно, сделаем по этому вопросу еще многое. Но вопрос реконструкции еще, значит, не решает все наши проблемы. Остается очень острым обеспечение этих клубов всем необходимым, и в том числе театральными креслами, аппаратурой. Есть проблема еще, к сожалению, в этом деле. Мы не можем полностью сейчас снабдить, хотя у нас средства есть, но на базах, где мы получаем наше оборудование, инвентарь, значит, к сожалению, мы не находим то, что нам хотелось бы найти. Вопрос с кадрами стоит особенно остро. У нас в районе очень мало специалистов. Давно назрел, наверное, вопрос об открытии в университете факультета культпросвет работников, где готовились бы кадры. В культурно-просветительной работе должен работать человек, который любит эту работу. Нурмагомед Нурмагомедов, режиссер Народного театра, живет в 8 километрах от Ботлиха. На репетиции ходит каждый день, несмотря ни на какую погоду. Да, влияние телевидения очевидно. Но не будем придирчивы к поискам коллектива в этом, скажем, нетрадиционном для народного искусства Дагестана жанре. Если в Ботлихе, можно сказать, все артисты, то
то в другом районном центре, Серго-Кала, все спортсмены. Такая специализация – еще одна проблема клубной работы. Когда в клубе один специалист, он, естественно, и учит только тому, что сам умеет. Рашид Рашидов, председатель комитета по физической культуре и спорту в Серго-Калинском районе. В организованной им школе борьбы есть уже и свои чемпионы. Воспитать чемпиона – это большая честь, это почетно. Но задача-то стоит перед нами не только воспитать чемпиона, но и чтобы масса вас была, и чтобы охватить все слои населения, начиная с ясельного возраста и до 60 лет, до 70 лет, чтобы люди активно занимались, укрепляли свое здоровье. Чтобы осуществить практически эту работу, мы в календарном плане предусмотрели ряд мероприятий, которые направлены для того, чтобы именно охватить все слои населения. Большое влияние оказало центральное телевидение «Будь здоров» передача. Вот поэтому они ходят в лес сами по себе. Мы хотим консультационный пункт открыть совместно с врачами. К нам обращались женщины, кто красоту хочет занять. В открытую выходить на стадион стесняются. И вот для этого нужно иметь условия. Выделить им специальное время, выделить инструктора, и будут они заниматься в спортивном зале. Центральное телевидение знакомит сегодня жителей самых дальних уголков нашей страны с достижениями мировой и отечественной культуры, с творчеством народов мира. Это повышает требования к уровню культурно-массовой работы населения. И пример Ботлиха, где организовали досуг, опираясь на конкретные интересы конкретных людей, внушает оптимизм. После того, как мы провели ряд мероприятий, и на эти мероприятия не очень-то шел народ, мы решили изучить потребности населения. Провели анкетирование. Каждая анкета нам, в общем-то, помогла, потому что мы в анкету включили такие вопросы, как «Что вам мешает прийти в клуб?», «Какой бы вы хотели кружок записаться?», «Что бы вы предложили для улучшения работы клуба?». Ответы анкет нам очень помогли пересмотреть наш план и по-новому подойти к этой работе. Но мы сейчас на количество не смотрим. Мы стараемся проводить меру мероприятий, но более качественно. Мы открыли клубы по интересам, любительские объединения. К нам пошла молодежь, пошли ветераны, пошли пожилые люди. Вот семья Шалаповых принимает активное участие в нашей работе. Все равно ожидаемого результата, к сожалению, после проведенного анкетирования не было. Потому что еще не все приняли активное участие в нашей работе, не все пошли в клуб. Видимо, здесь какие-то изжившие себя и традиции, лень. Может быть, дефицит времени. И вот сейчас проблема наша – вовлечь как можно больше людей в клуб, организовать им полноценный досуг. И, видимо, эту работу надо начинать уже из детского сада. Любовь к культуре, приобщать как-то детей к культуре с детства.
Конечно же, именно в детстве закладывается фундамент будущих интересов и привязанностей. Может, на всю жизнь память этих детишек сохранит и радость первой победы, и первых аплодисментов. И разве не укрепит на всю жизнь стремление быть лучше, сильнее, быть впереди? Принято постановление ЦК КПСС об улучшении материальной базы сельских клубов, об укреплении их кадрами. Вопрос этот впрямую связан с ростом культурного уровня и духовности молодежи. Успех дела зависит теперь от личной инициативы, активности и энергичных усилий каждого работника культуры. Сейчас людей не особенно привлечешь, надо иметь хорошие условия. Поэтому вот у нас и создается там спортивно-оздоровительный комплекс со школой здоровья. Если человек после работы получит хороший душ, послушает музыку, тот же вибромассаж, снаряды позанимаются, они почувствуют. И вот естественно будет тяга. А так на голые пусты кто-то, конечно, не придет. А что делать жителям малых аулов? Ведь в Дагестане их большинство. Хорошо, если в клуб по крутым дорогам раз в неделю доберется новый фильм. Говорит Абдул Гаджиев из горного аула Куркли. И в городе, и в селении можно найти любое дело. Общественные условия сейчас позволяют. Можно хотя бы беру же он в этом году из Левашинского района. 3 семьи работают там на наших участках. Колхоз выделили 3 гектара. И 3 семьи там работают. Капусту посадили, 3 гектара капусты. 20 тонн, по 20 тонн колхозу, а остальное себе. Ну это работа, а вот свободная от работы. Это же тоже не работа же, это же их свободное время. Можно собирать марки, можно собирать, как брат собирает, лампы. Можно, как Марис там у себя строить баню финскую, камин построил там. Не лениться, главное не лениться, начиная от школьника и до пенсионера. Можно заняться всем, я же тоже фотографией занимаюсь. Рука одна, но все делаю сам. Фотографирую, проявляю, снимки сам печатаю. А они сидят там на Гадикане, сидят, пьют, болтают. Короче, все зависит от человека. Человек строит и совершенствует свой дом, свою жизнь. И когда у него появляется свободное от работы время, он хочет, чтобы оно было праздником. Праздником, который пока еще ждут.